Добрый день! Сегодня я буду готовить рулет из армянского лаваша. Начинка очень простая и вкусная. Беру немного томатного соуса. Делаю вот такую сеточку. Беру немного майонеза. Беру копченую колбаску. Полукопченую или копченую, можно сервелат. На крупной терке натираю колбасу. Теперь переходим к корейской морковке. Точно так же на колбаску равномерно накладываем. И точно так же, как колбаску, натираем сыр твердого сорта. У меня российский. Начинаем заворачивать рулетик привычным способом. Все. Отправляем в холодильник примерно на часик, чтобы он пропитался весь. И разрезаем и подаем к столу. Вот такая прекрасная закуска уже готова. Перед подачей рекомендую разогреть микроволновку примерно минутку, чтобы сыр расплавился. Будет очень-очень вкусно. Подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!